Ну что, нормально. Потянет. Ну, вот этот вот мне понравился. Интересно. Правда, вот здесь темно, на свет вы выйти. Ну, интересно. Что здесь? Лебедкина. Лебедкина? Лебедкина? Да. Ну, смотри, как красивые камни. Весна, это же вообще, считаю, прекрасный образец. Да, хороший агат. Очередной камень, очередной агатик. Откуда сын это? Саша, откуда это? Это Синара. Синара. Еще бы солнышко и вообще красиво бы смотрелся. Что, интересно? Да, такой такси обращу. Да нет, интересный рисунок. Лебедкина? Да, да. Ну и что? Классика. Лебедкина. Ясно. Ну что ты тут наплескал, пока я ездил? Интересно, пара образцов. Устройство несложное. Вот, диск зажимается двумя шайбами. Ну что, давай второй поменьше. Сына. Алло. Здорово. Да не поеду. Тот стоял на 200. Мне еще резать. А этот, на 170, 175, по-моему, стандарт. Все, зажали. Диск погружается в воду. Ну, вот здесь налить можно, шлам выкинуть, который скидывается. Ага. В общем, все просто. Обалдеть. Сверху ставится крышка. Так. Даже где-то миндалин, да? Все, и защитный кожух. Вот, простое устройство. Здесь движок стоит. Обалдеть. Никогда не думал, что Южаковский халцедон может быть так интересен. Чем не агат? Я-то халцедоны обычно собираю, смотрю, чтобы сверху рисунок был такой. А они на срезе прекрасно выглядят. Ну, вот этот в частности. Вот он снаружи, что представляет. Вот это вот образцы снова проявления хрустального острова. Какой-то эшмой, это в нем прожилки халцедона. Может быть,
не шедевр, надо было другой образец выбрать. Там было синее, красное тона. Ну вот так вот, в принципе, конечно, из такого материала. Сделать какую-то поделку, конечно, будет неплохо. Да, надо искать синим и красным, тогда вообще великолепный рисунок будет. Yes, the devil was crossing me.